Всем привет, дорогие друзья! Подъехала годная тачка. Если вы ее не нашли в магазине автомобилей, то заходите в магазин к Бенни. Именно там она и продается всего за 1 440 000 долларов GTA. Не так и дорого, но не спешите радоваться. Чтобы затюнинговать эту тачку у Бенни, вам придется выложить еще 605 тысяч долларов GTA. А стоит ли это чудо своих денег? Выглядит потрясающе, тут нет вопросов. Но как эта тачка покажет себя на гоночном треке? Узнаем это после прокачки этого автомобиля. А сейчас хочу вам сказать, что скоро Новый год. А это значит, что на днях всю карту Лос-Сантоса покроет снегом. Это удивительное время для покатушек по Лос-Сантосу. Но будьте осторожны, переобувайтесь в зимнюю резину и вперед, разбиваться на серпантинах Вайнвуда. Также в магазин одежды добавили очень странный костюм, он светится, его светомузыкой можно управлять через меню взаимодействий. А также загляните в магазин масок. Там много халявы, которая после новогодних праздников исчезнет. Поэтому скупайте все за 0 баксов, вдруг что-то пригодится. И конечно же посетите оружейный магазин. Там завезли новые фейерверки, которыми ты сможешь пугать прохожих, запуская их прямо в их жирный зад. Ну и разные костюмчики на новогоднюю тему также завезли в магазин одежды. Скупайте все, ведь это вы никогда не наденете. Делать отдельное видео на эту тему не стал. Но отдельного внимания заслуживает самый быстрый байк в игре, Шатаро, который можно купить всего за 1 668 750 долларов GTA. Но сейчас давайте отправимся на наш полигон для теста нашего автомобиля. Ну что можно сказать на старте, набирает уверенно, визуально держит дорогу хорошо. Жесткие пружины и очень мощный движок. И на финише у нас получается 18,966 секунд. И тачка вырывается в наш топ 3 суперкаров. Великолепный результат. А что же мы получим на нашем жестком треке, давайте заценим. Это, наверное, самый брутальный и агрессивный автомобиль в игре. По нему видно, что он сделает всех. Но способен ли он на это? Ведь его цена далеко не топовая. А будут ли разработчики делать автомобиль, который будет нагибать всех? Или они пойдут по логике танков, где добавляют имбовые танки, а после того, как все продонатили, их нерфиты опускают ниже плинтуса? Надеюсь, такого не будет. Хотя с RE7B что-то похожее было, или это случайность? Ну ладно, мы уже проебали кишку адепта, и вот, анальную дугу тоже проебали. Но я успею сказать, что тачка уверенно держится, ни единого намека на снос. В дубовом носке не задержалась ни на секунду. Если вы пьяный сядете за руль такого автомобиля и разовьете максимальную скорость, то поворачивать руль можете хоть ногой. Полный привод решает. Вас не выкинет с дороги. Мощь и цепкость этого автомобиля заставляет меня радоваться этой покупке. Реально чётенький автомобиль. К тому же красивый и брутальный. Выглядит очень дорого. И батю тёлки проходит на изи, не сбавляя оборотов, на Крымский мост взлетает, как будто его уже построили. Мне кажется, что новый рекорд нам обеспечен. Даже не верится, что Нара обойдет RE7B. Но впереди один из самых сложных участков. Сифон. Нужно зайти на максимальной скорости и оттормозиться в конце перед резким поворотом. Почти идеально. И вот она, финишная прямая. Увы, ах, машина из бумаги все так и остается в лидерах. Но Т-20 ушел на третье место. Результаты на экранах. Это действительно хороший автомобиль. Но все-таки это городская машина, и у RE7B не получилось отнять лидерство. Ну, пожалуй, на этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся в заснеженном Лос-Сантосе.
А тут типа видосы, которые я рекомендую посмотреть, так что клацай на один из них, если не мразь.